На крок опереджваем выпадок. У области стартовала акция по безопасности дорожного руха, у ходе якой супрацовники ДАИ проверить наявность обовязкового страхования. Управляю автомобилем с 1974 года. Вот. Ну, страховка, естественно, она как-то стимулирует, если где-то, когда попадешь в аварию, вот, госстрах возмещает денежку, и за эту денежку можно отремонтировать машину. Добросумленных удельников дорожного руху супрацовники ДАИ и представники страховой компании заохвочивают подарунками, а так само пропонуют заполнить анкеты. Для того, как у опошний день акции разыграть сярод автоматоров специальный приз, Рыгор Александрович стал одним из первых удельников акции. У опытного водителя договор страхования при себе, как амаль и во всех остальных уладальников автосродков. Только в одном случае отсутствовал договор обязательного страхования. И он отсутствовал не по причине того, что его вообще не было, а потому что, ну, как говорится, женщины, они в Африке женщины, да? Она просто поменяла сумочку, и документ, именно вот страховка осталась, как говорится, в другой сумочке. Поэтому была дана возможность, чтобы привезли и показали наличие этого страхового полиса. Тем, у кого нема страховки, придется заплатить штраф у померы 5 базовых величинь. Акция «На крок опереджваем выпадок» протягнется у в области до конца кастрычника. Супрацовники ДАИ с проверкой документов наведают Кобрын, Жабинку, Бярозу, Пружаны, Малариту и Вацевичи. Ганна Галёта, Сергей Мецвічук, областные новины, Брест.